Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть Heroes 3 HD. Так. Значит, на чем мы остановились? А! Вот же на чем. В общем, у нас, получается, Кристиан имеет большую часть войск. Ходит, всех зачищает. Да. Плюс тут вот у нас некромантик. Тоже будет ходить, войска восполнять. Всем остальным, у всех остальных войск очень мало, поэтому они особо ничем активным не занимаются. Да, вспомнил все. Ладно, ну пойдем продвинемся дальше. В подземелье с купищами минотавров. Ох ты. Там еще какое-то подземелье будет. Прям по курсу. И золотая шахта. Ну, разберемся с ними всеми. Так. Так, эти у нас товарищи там сидели. Ничего полезного. Так, тут мы... Ой, сколько всего нанять можно? Сколько всего? 3 всадников и грифонов. Так, подожди. Тут мы еще руду копили на что-то. Это я помню. Тоже помню. Подождите-ка секунду. То ли тут... мы что-то построить хотели, да. Да-да, припоминаю. Сейчас посмотрим. Так. Склад ресурсов. Нет, не военную академию. Что-то хотели... А, форт хотели, да-да. Можно построить. Не хватает немного дерева и не хватает немного руды. Да, с ресурсами у нас некий напряг имеется. Так, здесь может что-нибудь получится. Бистрат, что там? Замок, гильдия магов. Можно здесь понастроить кучу всего. Орден огня, облака всякие. Так, прирост гончихада. Прирост бесов. Да, по-моему, здесь выгоднее. Здесь какое-то здание такое хорошее. Прирост хороший. У войск. Так, гильдия магов, это у нас цитадель. Да, вот в цитадель можно. Можно и нужно нанимать всяких интересных личностей, но это, по всей видимости, сейчас для нас недоступно. А, мы всех скупили, потому что да. Некромантище наше теперь их заберет себе. Так. Но все-таки у него армия не такая уж и супер нагибательская пока, поэтому пусть некромант поохраняет вот эти два городка пока. Да, там мы потом и еще раз там что-нибудь ему прикупим и тогда его отправим куда-нибудь. Так, Ничихада, подожди. Стоять, что я хотел в магистрате. Давайте, не знаю, котел это ада. Позволяет нанять рогатых демонов. Позволяет нанять эфритов. Ну, у нас на все, в принципе, деньги тут есть, кроме вот этого. И заброшенного дворца, который позволяет нанимать дьяволов. Фига себе. Но необходимы гиена и огненное озеро. Гиена. 3000 денег, да? Давай построим гиену. Так. Ясно. Здесь мы можем что-нибудь улучшить. Капитолий. Необходим замок. А чтобы построить замок, необходимы деньги. Ясно, понятно. Так, войска какие-нибудь. Да, грифоны, да, всадники еще доступные. Прикупим их. Целого одного всадника. Три ангела доступно. 3000 самоцвет. Три ангела прикупим потом. Ангелы, помню, клевые товарищи. Так. Ну, кстати, вот у Вэй уже более-менее тоже хорошие войска собираются. Скоро пойдем там разберемся. По всей видимости, наша миссия может быть в портале славы. Я, конечно, не знаю. Там потому что ангелы сторожили. Надо будет Кристиана туда кинуть. Когда мы изучим подземелье. Вот. Так.
Здесь, дорогие наши друзья, по сути, ничего и не могут сделать, у них войск вообще нет и не предвидится. Так, можно только что сделать? Да тут у нас все посещено, в принципе, да. А, слушай, там еретик. Прям по курсу. Кучка с копи, мало кучка. А, да, ну еретика мы ушатаем. У нас живые есть. В следующем ходу она прикупится что-нибудь. Хорошенько, и мы пойдем разберемся. Защита плюс один. Так, этих товарищей героев они посетили все, да? Так, можно их, конечно, в подземелье отправить, чтобы они там заматерели. Ну, не знаю, пока, наверное, не будем. 1000 опыта для каждого героя. Вон, давай 1000 опыта пусть получит в следующем ходу. Так, и все, меняем пока ход. Смотрим. Так. Это у нас что за хрен тут? Кучка, группа, кучка, кучка. Мало. А, да, помню. Так, ну нам... Мы пока сюда сходим. Подземелье. Так. Ой, ужас какой. Как-то не шибко уж и много тут народу собралось. Так, давай поизучаем глаза, медузы, троглодиты, эти птички. Так, давай, погнали. Так, этот у нас стреляет. Типок. Все, начинаем битву. Бдум. Так. Ну-ка, ангел, у нас атаку 30. Нет. У этих... Так, не знаю, на кого бы его просто отправить. Нет, я не хочу рисковать ангелом пока. Так, вот ангелов давайте отправим на троглодитов. Они их заваншотили вообще. Так. Дойдем к стенам поближе. Так, мы ничего пока не можем поделать с ними, да? Ну, походим тут. Блин, вот этих вообще ушатали. Почти. Бесов. Атакуем глаза. Что это вообще какие-то днища? Ничего не могут. Так. Ну и давай отстреливать пойдем. Так, птички, гарпи. Давай гарпи ушатаем нашим архангелом. Молоток вообще. Так, медуз вальнули. Теряли пару лучников мы. Ну ничего, архангелы зарешали. 1000 опыта получили. И получается у нас с вами какое-то новое здание. Ну еще одно подземелье, да? Это более прокачано. Да, более прокачано. Прирост, троглодиты, медузы. Так, в магистрате можно. Да, тут уже цитадель есть. В общем, тут нормально такая, более-менее прокачанная штука. Необходимо замок. Так, портал за 2500. Так, гарпи, ведьмы, лабиринт. Так, а кого тут вообще нанять можно? Есть тут? Так, подожди, всех по ноль. Ну то есть в следующем ходу появится, да? Медузы, глаза эти чокнутые, гладиты, гарпи. Понятно. Так, надо будет подумать, кого нанять. Купище минотавров. Нам золотая шахта очень пригодилась бы. Так, минотавры решили с нами повоевашкать.
Так, атака, защита. Стрелять не умеют. Давайте поосторожнее все-таки с ними. Поэтому как-нибудь вот так. Винтер, металл. Скорость 6-7. Раз, два, три. 6-7. Не дойдут они до ангелов. Спокойно все, значит, будет. Так. Ну, вот это мясо можно кинуть. Они скоро помрут. Так, все, следующее. Копейщиков сюда. Погнали. Так. Архангел, держись. Сколько там у тебя здоровья? 111 еще. Ему надо будет, наверное, отступить. Да, ангел пусть позже отступит. Так. Ну тут мы вот этих зарешаем всех. Копейщиков наших мочканули. Мечников немножко теряем. А, давай их. Вольнем. Атакуем. Так, копейщики пусть отступят. А ангелы сейчас добьют их нафиг. Да. Ну, в принципе, немногих потеряли. Так. Казначей. Еще 250 золота. Давай, казначей. Золото нам всегда пригодится. Тут в этом городке, по-моему, вообще никого, никакого прироста не имеется, поэтому особенного смысла его оборонять я не вижу пока. Так, группа бесов, все остальное кучка. Ну, то есть, как у нас, по сути. В основном тут, да? Так. Скелеты у нас. Ой, вообще, ужас. Да, надо еще войск хоть каких-нибудь тут добавить. Наверное, огненное озеро. Блять, менять эфритов. Давайте огненное озеро возьмем. Построим. И наймем парочку. Я помню, они достаточно живучие товарищи были. Так. Между тем, коричневый еретик пока никуда не пошел, поэтому Вэй пусть возьмет тут кого-нибудь, кого может. Никого не может пока, да? А, всадника может. Вот всадника купи. И сюда его. Так. Ты у нас тут пока сидишь, да? Ты вот сюда, в камень учености. Магия воздуха или защита? Давай магию воздуха качнем. Так. Портал славы. Рассыпь самоцветов. Таинственный сад посетили, посетили. Так, ну все, пока. Все, пока, да? Ну, пусть отступит просто. Немного. И ход сменим. Этот тип там куда-то ушел. Прирост мы золотых наладили. Так, тьму подземелья рассеяли. Diamond Gate. Так, а это что, типа все, да? Будет мы, получается, последний город захватим, что ли? Который у коричневого игрока. Так, он коричневый, еще кто-то. Ну, совсем уж такой. Неужто они мою тактику используют? Взяли тут. Выкинули
бедолагу с каким-то уж совсем неприлично маленьким количеством войск. Так. Ну ладно. Вэй, не иди пока никуда. Сиди тут. Давай наймем здесь кого-нибудь. Ангелов вот прикупим. На всадника денежек пока нет. Хорошо. Так. Ты, дорогой друг, сходи, опыта заработай. Вот опыт. Да, вот сюда. Так, а ты, дорогой мой некромант, что сделай? Ты ничего пока не сделай, посиди пока здесь. Пайра одержимый движется туда. Вообще совсем маленькое количество войск у нее, поэтому мы можем... В принципе, в этом направлении тоже двинуться. Так. Кристиан. Огненный столб. Что там? Мастерская будет машин, да не надо ничего. Просто пойди сюда и конец. Так. Тут пока в нашу сторону никто не идет. Еретик вообще ничего не делает. Второй тут где? Здесь находится, да? Вот у этого чувака много, достаточно войск. Так, у нас 11 тысяч денег. Еще купить еще можно одного всадника заказать. Так, все, да? Орков нафиг отсюда. И ангелов сюда. Еще один раз и наймем кого-нибудь и отправим давить противников. Так, далее все, да? Некромант тут, Кристиан тут, все, заканчиваем. Вот пока. А хотя, подожди, 10 тысяч денежек. Можно что-нибудь, может, здесь купить такую. Так. Цитадели. Подожди, нет, не в цитадели. Мы хотели же гиена и что там огненное море. А, нет, все требования соблюдены, говорят мне, да? То есть нам нужны какие-то ресурсы. Дополнительно. 15 тысяч денег. Ну вот, 15 тысяч денег и сделаем. Нет, вот пока. Так, это отступает куда-то. Это тоже куда-то отступило. Так, будем сюда. В Diamond Gate вообще пустота святая. Ну и для найма никого нет. Удивительно, откуда вражеские герои все бегут стали. Так, тут он еретик к нам направляется, надо срочно тогда нашего некроманта сюда вернуть. Ой, да ёлки-палки. Только попробуйте сюда сунуться. Мы вам устроим. Так. Значит, мы тут как раз хотели купить заброшенный дворец, который позволяет мне дьяволов. Крутые, наверное, типы. Так. Все, нам получается осталось задавить вражеских героев. Кристиана в таком случае сейчас пусть руду захватит, крестьянище наше. Так, и пусть пойдет тогда вот сюда. Вот шахта принадлежит нам. А и могут, кстати, сюда спуститься. Тогда нам надо будет вот этого товарища спустить вниз. Так, Вэй. Никого. Купить можешь никого. Все, всех раскупили мы тут.
Так, мы будем слабыми отсюда, особенно такими юнитами пользоваться. Они дешевые. Их много. Так, здесь коричневый приближается к нам потихонечку. Тут никого, значит, нет. И тут вот... А, это еретик. А, вот, слушай, давайте, наверное, на одержимую это нападем. Хотя, пару дней нам... Нет, не будем нападать. Дождем немножко. Тут мы хотели опыт прибавить. Давай опыт. Все. Меняем ход. Так. Коричневый, походу, хочет на замок напасть. Сколько там войск у них? Не шибко много. Давайте некромантов некромантов в погоню не пойдет. Мы же там хотели наймом заняться. Ну-ка, может, героя прикупим? Еще одного можно? Так. Сейчас. Таверна. Где тут? Рейнджер. Или рыцарь. Давай. Давай рейнджера. Возьмем. Может, продержится здесь. Так. Некромант, значит, у нас посидит один ход. Ну а крестьян отправляется. Дальние странствия. Куда я, куда второй делся? А вот все вижу. Вот этот нам может некоторые проблемы доставить. Так, здесь что мы делаем? Так. Нет, не будем что, наверное, строить пока. Чемпионы, фанатики, рыбачки. Да, не будем пока особо апгрейдить тут. Подождем, подкопим финансы. Так, здесь. Здесь может что-нибудь построим. Магистрат. Верно. Замок. Огненное море. Залезли султанов. Гатанда. Давайте на прирост, может, что-нибудь бесов. Или Бунчхаду. Давай Бунчхаду. Вот. И сменим ход. Хотя бы дожди, тут может защитную какую-нибудь хрень можно построить. Да, вот. Стадель построить. Защита. Чтобы они к нам особенно не лезли. В случае чего. Всё, тут ход пока поменяем. Нас напали! Ужас какой. Ну, в принципе, противников не очень много, но мы, может быть, и проиграем. Фиг его знает. Так. Вот этих подстрелить надо, упырей. Фига себе, кентавры. Не, нас, наверное, вынесут тут. Кентавра выпилили одного. Все, всех вынесут сейчас. В принципе, войск у них немного, так что некромант наш с ними разберется. Так что ладно. Так.
Население все жилище выросло. Подожди, давай. Вот. Дорогой друг. Сейчас ушатаем его. Так, существа. Подожди, что такое вообще? Бесконечные боеприпасы. Интересно. Гуги. Все остальные, в принципе, мне знакомы. Так. Ты у нас скорость 5 имеешь. Потому что по ней архангела нашего не замочили. И все нормально будет. Кого атакуем? 90. Давай вот этих у них атака такая. Хорошая. Так. Копеечков таковали. Ужас какой. Ну это мясо наше. Так что. О, враг сбежал просто. Напасть. Взяли, ушатали его. Так, сад откровений меня не интересует. Куда второй убежал? Что-то я его не вижу тут. Тут же еще второй где-то был. Псевдогерой. Нет, что-то я его не вижу. Подземелье может спалил. А, вот посмотреть. А, вот, 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 вот. Вот здесь он. Пайга, одержимый. Так. Ну, мы тогда сюда подойдем. Вэй, давай, нанимай кого-нибудь себе. Деньги у нас имеются. Вон ангела возьмем. Так. Монахов обязательно. Садников. Крестоносцев. Так. Да вообще всех возьмем тут. Можно. А, в гарнизоне нет места для копейщиков. Сейчас будет. Так. 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 Крестоносцы и стрелки. Сейчас. Так, грифоны есть? Есть. Грифонов возьмем. Так. Ну и эти ребята всегда тоже пригодятся нам. Копейщики. Все. Так, да? Угу. И Вэй мы отправляем сюда. Да, только напасть мы немножко не сможем. Так. Этого чувака пока сюда спрячем. Орков ему выдадим. Так. Некромантище, давай. Найми кого-нибудь себе хорошего. Так. Нет-нет-нет. Подожди. Ну, слушай, хорошее такое здоровье. Дьяволов. Мне они нравятся. Так, и фриты. Тоже хорошенькие, 13 дней на них нет. Денег нет. Давайте на рынке, может, деньги раздобудем. Хотя, не знаю, войск, по идее, должно хватить, чтобы поколбасить этой девушки. Товарищи, так, ходячие мертвецы. Кто тут самый такой? Ходячих мертвецов, наверное, мы и уберем пока. Они же стрелять не умеют? Не умеют. Пока в гарнизоне побудут. Так, и сюда. Пока сгоняем. Крестьяна надо бы, наверное, вернуть в подземелье, если мы сейчас с этой девицей разберемся. Пусть он последнего героя там колбасит, если она будет убегать от нас, от нашего некроманта. И все, хватит пока с этим. Так, да, конец хода. Куды?
Дорогая. Так. Да реально, только один этот. Не. Это будет очень жестокое видео. Так. Ваншот. Все. Готово. Так. Все получается, вражеских героев только один остался. Кристиана отправим там в подземелье, чтобы он там порядок навел. И все. Так, в Diamond Gate можно найм сделать, да? Какое-то количество. Да, стоило бы, наверное, нанять тут гарнизон. Можно было бы даже героя какого-нибудь приобрести. Денег у нас не будет на него. Так, в таверне друид и чародей. Так, ну можно и 500. Тут же рынок есть. Можно самоцветы, например. Золотишко только. Две тысячи. Оп. Так, и давай. Давай проверим. Вот так. Мы даже напасть можем. Во, спокойно. Значит, разберемся тут сейчас. Так. Ну давай, давай, давай. Начинай. Так. Этих товарищей к глазам. Тычку атаковали. Гаргульи. Так, эти у нас товарищи не стреляют. Эти у нас товарищи тоже не стреляют. Что логично. Вот эти стреляют. Так. Давай, глаза гасить. А, кстати, мы же магию можем использовать. Какую-то. Проклятие. В принципе, хорошее. Давай волшебную стрелу. По глазам. Так, гаргулье троглодитов. Не шибко уж и сильнее. Давай, блин. Враг сдриснул от нас вообще. Так, продвигаемся туда. Вэй, куда пойдешь? Не знаю, даже пока. Тут пещерух. Так, все. И пока меняем ход. Героев вражеских. Вот, появился какой-то герой там. Как вы видите, особо этот герой силой особой не обладает. Тут в гарнизон, конечно, набрался. Глаза 10 штук. Да. Ну, справимся, чего уж тут. Так, магия есть у нас. Хорошая стрела, первый уровень.
Да, давай уж ему стрелу. 30 урона. Так, точно. По кому мы ей шагахнем? Глазам, может, и по медузам. Глазам давай шагахнем. Так. Попробуем. Один глаз ушатали. Фига себе, дьяволы лютуют. Так. Ну, по глазам стрелять и будем. Пытаться. О, путь свободен. Так. Скелетов мы чеканули. Птички мы веселую жизнь устроили. Так. Что, заклинание? Какое? Опять стрелой шарахнем. По вот этим медузам. Горгонам. Так. Ну, здоровья у нас еще много, глаза мы ушатываем. Так, троглодитов. Вот троглодитам пойдем. Вот этими скелетов потеряли. Так, тут пока вот так только пойти можно. О! Двери открыли. Так. Стрелой. Вот этих шарахнем. Чё там? Раз-два я обчулся. Все, зарешали. Так. Мистицизм. Или мудрость. Так, мистицизм. Чё там, тречка магии. Давай. Мистицизм. Ох, крутяк какой. Серый покидает этот мир. Поздравляем, враги уничтожены, победа наша. А все получается, мы с вами зарешали тут. Ладно, сохраняю игру. Так, в единички сохраню. Так. Ой, ну и все. Пусть подтвердила все слухи о пассине. Дальше надо будет башню грифонов идти обозначать флажками. Там еще и враг какой-то дополнительный появился. Интересно. Золотой лук. Интересные штуки тут нам. Интересно. Бездонный мешок золота. Ладно. Не знаю даже, какой бонус взять. Ну, давайте просто выберем тут и начнем уже следующую миссию. В следующем эпизоде, конечно. Сейчас просто готовимся к ней немного. Золотой лук. Не знаю, вот, чтобы взять. Классные такие бонусы, честно говоря. Щит. Щит или мешок. Что-то из этого. Все-таки я бы взял, наверное, щит. И все же мешок. Все, аучность меня сгубила. Я беру мешок.
Грифоны такие 3D-шные. Офигеть, как нам грифоны важны. Ну ладно. Погнали. Так, взглянь, кто стоит у тебя с грифоном в питомник. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ищите башню грифонов на севере. Удачи. Да, мы, кстати, там какой-то квест имели, не выполнили. Ой, хрена тут карта по размерам. Просто я тут посмотрю. У нас тут здание, в принципе, есть, замок. Да, войска сейчас, если наберем нормальные, то сможем тут спокойненько задание выполнить. Ладно. Еще разочек игрульку сохраню, чтобы ролики потом 150 раз не просматривать. И пока закончим. С вами будет Метро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!